Знаете ли вы, кто такой Хаги Ваги? Это мягкая игрушка, лицо фабрики игрушек, антагонист игр ужасов Poppy Playtime. И это не единственный пример, когда обычная игрушка добилась большего, чем ты. Хаги Ваги популярен среди молодежи, точнее для подрастающего поколения. Но нас всех интересует только одно. Куда делся синий Хаги Ваги? Нет, окей, мы ведь взрослые люди. Знаем, что это все постанова, графика. Но несмотря на это, существует не один видеоролик у наших креаторов, которые утверждают, что он существует, используя либо костюм, либо компьютерную графику, да, не самую лучшую, но people хавают. 1,6 миллионов просмотров и более 50 тысяч лайков. 400 тысяч просмотров и 13 тысяч лайков. Да, кому-то и правду нравится. Я взял счет только одного ютубера, при этом не самого популярного. Все, кто пилит видосы про напрямую обманывают нас. Придумывая сценарий, запугивают, но зачем? Люди в ТикТоке делают пародии, ремейки, есть талантливые и пытливые умы, крутые анимации с метавселенными. Мне кажется, что это фанатизм, как старые добрые, с Мишкой Фредди и теориями конспирологии 5 ночей с Фредди. Все не так просто. На самом же деле, я просто собрал материал, написал сценарий, смонтировал и выложил на мой канал Хонтер. Подписывайся, ставь лайки, оставляй комментарии. Все ссылки в описании. Песня Хаги-Ваги на запястье. Хаги-Ваги на запястье. Нужны дети в Бравл Старсе. Мишка Фредди без подвала. Хаги-Ваги на запястье. Хаги-Ваги на запястье. Мишка Фредди без подвала. Нужны дети в Бравл Старсе. Хаги-Ваги на запястье.